Свадьба – это особый день, и запоминается он на всю жизнь. Вот несколько идей для тех, кто хочет удивить и себя, и своих гостей. Кто сказал, что свадебное платье должно быть из ткани? А если его шить из резиновых садовых перчаток? Уверена, что оптовая закупка 1500 этих резиновых изделий обойдется дешевле, нежели дизайнерское платье. А запомнится такой наряд еще больше. Хотите, чтобы о вас написали во всех газетах мира? Тогда отправляйтесь в Китай. И там за 1,5 миллиона долларов вы сможете приобрести платье из 2000 павлиньих перьев. Над созданием этого шедевра работали 8 портных в течение 8 месяцев. Мечтаете быть самой сладкой невестой на свете? Тогда надевайте платье-торт, и ваши гости без десерта уж точно не уйдут. Ну, а если замуж не втерпешь, а финансы поют романсы, платье можно шить из белой туалетной бумаги. Но на свадьбе важен не только наряд, а еще и праздничный торт. И торты, поверьте, могут быть не менее экстравагантными. Кондитер Донна Меллингтон Дэй создала торт в виде свадебного платья в натуральную величину. Самое интересное, что эту идею она посмотрела в альбоме своей 6-летней дочери. А вот американские молодожены Том и Кэрри Улдсы вместо привычного свадебного торта заказали огромный чизбургер. Для него понадобилось 2 килограмма сыра, 12 луковиц, литр майонеза и литр кетчупа. Ну, а если вы познакомились в интернете, то поблагодарите ваши компьютеры за эту счастливую встречу и закажите торт из 2 ноутбуков. А вот чего я вам не советую, так это торта с оленьими рогами. Как бы вашему будущему супругу не пришлось носить подобные на своей голове. Торжества закончены, платье повешено в шкаф, торт съеден, но кольца остаются на ваших пальцах, как символы верности. Здесь море безграничной фантазии. Лично мне нравятся изысканные украшения в виде корон и желтого золота. Возможно, кто-то из вас предпочтет ювелирные изделия с гайкой и шайбой. Для более романтичных натур можно заказать кольца с отпечатками пальцев друг друга. А любителям зелененьких придутся по душе обручалки из долларовых купюр. Правда, они сотрутся уже через несколько недель. Надеюсь, что ваш брак будет длиться намного-намного дольше. Совет вам, да любовь, оставайтесь на первом.